Теперь по поводу дисциплины. Мне не нравится, как у нас обстоят дела со второй сменой. Особенно это касается вашего 7-го Б, Елена Петровна. А вы, Людмила Федоровна, как завуч, проследите за этим вопросом. Хорошо. Добрый день. Надеюсь, я не помешал? Булкин, я тебя, кажется, не вызывал. Чего тебе? Как это чего? Меня, между прочим, тоже волнуют проблемы нашей школы. А ну-ка, вон отсюда! Павел Андреевич, ну что вы, я вас прекрасно понимаю. В наше время руководить школой – это такая ответственность. И я вижу, как трудно вам приходится. Булкин! Ты что себе позволяешь, Булкин? Елена Петровна. Я очень уважаю ваш предмет и считаю, что литература учит нас жить. Мы растем на ее идеалах, взрослеем, и в этом ваша огромная заслуга. Булкин, чтобы завтра вот сюда, в школу с родителями. Людмила Федоровна, вы совершенно правы, мое поведение просто ужас. Булкин! Счастливо оставаться. Папа? О, сынок! Хорошо, что я тебя встретил. У меня для тебя отличные новости. Мы с мамой нашли классную квартиру в нашем районе. Так что нам не придется далеко переезжать. А главное, что ты останешься учиться в родной школе. Здорово, а?